горит зеленый свет, не можем ехать. В это время, вот где-то сейчас 4:30, постоянно вот здесь вот пробки. Ой, поехали. Сейчас, не дай бог, красный загорится. Да вон впереди наша галерея. На крематорий похоже. Интересно, будет что-нибудь видно в этой темноте? Самый темный месяц, ноябрь. Сворачиваем. Сандовая улица. Автостанция наша новая, это вот на строится. Здесь выложили уже новый асфальт, все, еще продолжают. Большая будет автостанция. Раньше был здесь какой-то пустырь, здесь какие-то склады были, потом автобусы здесь останавливались. Вот тут. Год назад где-то новый Лидл нам построили. Изменения, конечно. Вон там Cinema City, на который, говорят, на открытие приезжала. Кто же приезжал? Пэрис Хилтон, что ли? Что-то такое. Сейчас мы тут вот выезжаем на трассочку. Здесь всегда такой перекресток. Вот в это время где-то 4:30 вообще. Ой, столько машин, не пробиться. И светофоры через каждые 3 секунды. Не успеваешь. Там зеленый загорается, только на зеленый. Бах, тут красный. Здесь красный проедешь, там опять светофор за поворотом. Так вот и стоим. Куда-то едут, едут. Вообще это очень красивое место. Просто сейчас уже темно, хотя всего 4:30 вечера. Здесь такая красивая панорама. Вот в эту сторону Спотка. Вот сейчас вот влево, в сторону Силезии. О, зеленый светофор. Вот тут вот мне очень нравится, когда начинается адвент и когда начинают наряжать уже все тут подряд. Вот эта вот вышка, она вся обвешивается огоньками, обвешивают ее на Новый год, и она потом так уже и болтается. Светящаяся такая Силезия. Очень красиво. Мы почему-то редко сюда ездим, в Теско, в Силезию. Не знаю почему. Свой Ашан, хотя все это одно и то же. Буква С. Силезия, бывшая шахта. Ресторан. Здесь вот на наших глазах вот эти 4 дома построили. Дома. 4 здания построили. 4 костки. Их еще тирамису называют, потому что они такие беленькие, коричневенькие, серенькие, беленькие, коричневенькие, серенькие. И за ними прямо выглядывает костер. Когда он освещен, он выделяется. А днем, если ехать, он теряется на фоне этих косток. Все в огнях, все в огнях. Красное, зеленое, белое. Въезжаем на мост. Нас однажды на этом мосту оштрафовали. Или не на этом. Скорость. Хотели оштрафовать, но потом отпустили. Это такое тоже бывает. Ну и вот наш придворный магазин. Ашан. Буква У не горит. Не порядок.